Друзья, мы загрузили вот такого вот малыша рельсового. Так, маленький вагончик. Маленький вагончик. Вес у него примерно 55 тысяч, 53 где-то так. Везем его в Вест-Вирджинию. Сейчас я нахожусь в Алабаме. Вчера только выехала. Доехала под загрузку, вот сейчас загрузилась, ждем пермит и выезжаем в Вест-Вирджинию. Опять я напротив солнца стою. Так что в добрый путь, чуть попозже покажу его внутри. В общем, сейчас немножко поменяли мы. Оказывается, вот эта часть середины опускается у него. Они мне опять цепи сейчас мы ослабили. Вот, и так вот, я думаю, будет, да, понадежней. Высота 11,9 стала. То есть 11,6 я не сделаю в любом случае. Можно было. Короче, ладно, оставим. Ничего страшного. Пермит просто возьмем на 11,9. Была 11,11 до этого высота. Оказывается, вот эта штука опускается. И вот здесь вот цилиндр у него стоит. И он говорит, он все равно у тебя опустится. Дороги. Ну, короче, они, это их немного косяк, я просто впервые вижу такую штуку, я об этом не знала. Вот. Так что, вот так. Обещала вам, друзья, показать, что кормить на Кентаке. Как обычно все задерживают. Я тут вниз эту всю макулатуру положила. Вот так вот тут внутри. Два сиденья. В общем, я не знаю, управлять. Здесь руль со всеми передачами. Вот это все крутится. Вот такая вот красота. Красота. Двери тоже. Две на одну сторону, на другую. Тут тоже пульт, управление, кондиционер. В общем, работай не хочу называется. Классный такой вагончик, паровозик Томас. Вот, ну и выходишь, и тут еще целая площадка. Так что, когда он еще работает, у него вот эта вот труба открывается, и такой звук реально, как у паровозика. Так что вот так, друзья. Ждем сейчас пермит на Кентаке. Я надеюсь, что он придет вот сейчас, потому что очень хочется поехать. Завтра разгрузиться, там дальше есть груз. Ой, как всегда, в общем, что-то да задержит нас в дороге. Вот. Ладно, пойдем пока пообедаем. Добрый путь. Друзья, Вирджиния. Пришлось объезжать нам Кентаки. Потому что, в общем, сайт, по-моему, там до сих пор не работает. Вчера, по крайней мере, не работал. И с утра вчера было принято решение спускаться опять вниз и по Сороковке, по Теннесси объезжать, заезжать уже через Вирджинию, Вест-Вирджиния. И, в общем, иначе бы мы там вообще встали. У меня следующий груз сорвался из-за этого. Но ничего не поделать. Вот тут пытается небольшой снежок пойти, но такое, вот, температура пограничная, на грани. Ноль, вот, поэтому едем аккуратненько, скользко должно быть, вот, поэтому едем очень осторожно. Это у нас Вирджиния, штат, вот, это мы вот здесь вот находимся, где красная точка, это я,
друзья, приехали на разгрузочку. Сейчас кто-нибудь к нам придет, заберет нас, и будем выгружать паровозика. Паровозика Рыжика. Хорошо он себя вел. Вообще никаких нареканий нет. Вот. Так что сейчас разгрузимся и все, и едем дальше. Груз, повторяюсь, у меня сорвался. Вот. Так что ждем новый. Я уверена, мы его найдем. Turn, baby, on that summer night. The shot of love and the spark of love to be. Stars align and the moon comes down, burn like a granite leaf. I will leave it on the next string, baby. I do believe. Come on, let's ride this train. Come on. Five, I don't hear it in my song. I'm gonna pull my weight, don't get me wrong. A brand new start and a whole new part. They are big old shoes to fill. I'll be there on that platform, babe. No, I will. Come on. Загрузимся и на Норс-Каролайну тут чуть-чуть 200 миль надо отвезти. Вот. Такого. Drifting away, we're underwater, but there's still time left.
this way. I've long known that you're bothered by something. I don't believe that you're right when you say that we're better off this way. I guess it's true as my mother did say, you can't trust a soul that's been shattered. All those moments we shared face to face, was it all just a game you played? You tell me that it's over, that we just hurt each other, but we don't have to end up this way. We're underwater, way off the shoreline. I try to reach you, but you're drifting away. We're underwater, but there's still time left. If we want it, we can breathe again, breathe again. Don't leave me stranded this way. We've gone too far to give it all away. I know it hurts to think back on when we met. Everything was easy then, but baby, съезжаем. Тут, короче, все просто. Управление. Это самое простое управление, которое я когда-либо видела. Просто вот паркинг. Ручка назад. Вот. Я, в общем, ориентируюсь по гусенице. Так как он у нас легальный, он на дек у нас, получается, залез. Обороты вот этой вот кнопкой. Вот, побыстрее ехал как-то тут. Что он не едет побыстрее. Да, ну, хотя зайчик стоит.
друзья, разгрузились. Все хорошо. Ждем следующий груз. Сейчас что-нибудь, да, Олег нам и найдет. Я даже не сомневаюсь. You're putting in all your hopes and efforts are all in vain. Так, друзья, сегодня воскресенье. Не снимала я загрузку, не включила я камеру. Подъехала, включила, как в Бразилии. Поставили его просто легкий, 15 тысяч паундов. Такой вот ежика везем. Везем в Индиану, со штата Саус-Каролайна. Стоял рестарт в Саус-Каролайне у родителей. Вот, и сейчас сегодня тронулась, выехала. Поэтому вот такие вот у нас дела. И загрузили еще вот такой палет. Ну, так как вес легальный, то мы можем вести два отдельных куска, хоть три. Главное, чтобы вес общий был легальный, то есть не больше 80 тысяч паундов, общий гроз. Получается, по ширине 9,5 примерно высота. Высота у нас самая интересная, 14,5 полностью. Получается, вот от верхней точки до самого низа. Опустила по максимуму прицеп, вот. Я могу еще ниже опустить, но не хотелось бы. Вот, так что в таком вот режиме Феррари мы идем. Вот как-то так. Был дождик, погодка такая пасмурная, но мне нравится в такую погоду, в общем-то, выезжать, ничего страшного. Зато солнышко не слепит прямо в глаза. Вот, все, друзья, продолжаем движение. Добрый путь. Друзья, понедельник. Поднимаю прицеп из режима Феррари, мы становимся режимом степдека, low profile. Впереди переезд, идиотский, мне не нравится он. Так, сейчас мы все поднимем, чтобы нам перепрыгнуть. Сейчас это все поднимется, здесь тоже все поднимаю. В общем-то, должны вот этот вот переезд. Там горка, здесь плохо видно, сейчас переедем.
5th Street, East 6th Street, on the right. Сейчас пойдем узнаем. Друзья, разгрузились. Вон он, наш ежик. Все, выезжаем и едем дальше на загрузку, на следующую. Койл повезем в Миссисипи. Вот, нас там таких много, наших водителей. Вот, поэтому кого-нибудь, наверное, даже встретим. Подъехали к следующей, уже скоро будем подъезжать к загрузочке. Вон впереди стоит Вася. У нас аппоинтмент на час дня, и у него, у меня. Вот. Повезем койл на Миссисипи. У него койл, и у меня койл будет. Так что... так что вот так. Будем грузиться вместе и поедем... поедем тоже вместе. Вот. Сейчас время, не вижу, 11, от начала 12-го. Вот, поэтому к часу поедем уже туда. Сейчас поплывем. И
единственный проезд сюда вот только под этим мостом, потому что везде все мосты низкие. И только вот здесь единственное right место, которое, right. через которое можно проехать на территорию. Вот так вот все это выглядит. Эти местные, они походу вообще уже прям, ну вот, знают, куда ехать. То есть здесь, видимо, нету какого-то места. Какого-то места, где не глубоко. Поэтому вот. Вот как-то так все происходит. Время уже 5. Вот. Стоим в очереди. Здесь всегда очень долго. Очень сложно, очень долго. Вася вот тут впереди стоит. И я за ним. Ну, на рельсах стоять нельзя, поэтому мы тут, видите, поезд катается туда-обратно. Так что стоим, ждем.
уехать отсюда. Мой койл немножко не докрепили. Сейчас докрепим уже на улице, потому что сзади скопилась очередь. Тяжело, он у меня впритык. 68 тысяч весит. И тяжело поставить его, потому что его потом, это не техника, его не передвинуть. И поэтому, в общем, думали, гадали. Но поставили. Я думаю, что все должно быть хорошо. Посмотрим. Сейчас тут узко, надо выехать. Но Вася у нас длинней, поэтому он тут уже ездил, он второй раз отсюда забирает. Как-то так. Вот уже началось, все сели. Сейчас уже этот поворот, который показалось.
налево, да? Ну, да, она на улице, выезд на улице. Потерялась. Друзья, мы на улице, это просто темно, но наверху небо. Друзья, доброе утро, выдвигаемся, вот стоим я, стоим рядом Вася. Вот сейчас уже будем выезжать. Двигаемся дальше. Вчера проехали где-то час проехали вчера, вот, даже чуть больше, полтора, наверное, и остановились уже, потому что поздно. Вот, сейчас, как время открылось, делаем притрип. Уже все проверили. И выдвигаемся, выезжаем. Так что в добрый путь. Все, друзья, мы в Миссисипи. Подъезжаем уже, сейчас будем разгружаться. Время у нас где-то 3 дня. Вот сегодня Wednesday, среда. Ехали вчера целый день, сегодня вот получается с утра полдня ехали и вот привезли, вот приехали. Вот, сейчас разгрузимся, пока дальше груза нет, ни у меня, ни у Васи. In 2 miles, turn right on Seaplane Road. Температура за бортом у нас 65 градусов по Фаренгейту. Тепло из Чикаго, ну где-то не Чикаго, мы в Индиане грузились, в Дерри. Там температура была, ну короче, если по Цельсию, в Цельсиях там было где-то минус 3, наверное, вот так. Ночью даже похолоднее было. Может, даже там до минус 7 доходило. Вот, а здесь 65. Непривычно уже так это в теплом ходишь. И тут тепло. Мы находимся, ну, недалеко от Нью-Орлеана. Нового Орлеана, это Миссисипи штат, практически около океана. Следующий день, сегодня четверг. Нашли груз Васе на Флориду и мне на Оклахому. В общем-то, все в одно время. Так что еще раз спасибо огромное диспетчеру Олегу. Вот, и вообще нашим всем диспетчерам, которые замечательно, слаженно работают. Вот, так что все, выезжаем. Здесь стояли ночь, вот и сейчас 9 утра. А тебе куда? Где загрузка? У тебя в Алабаме или где? Да, в Алабаме. Мне час ехать. Так что все, друзья, выдвигаемся. Пальмы какие красивые. Тоже по десятке, да?